Всем привет! Мы находимся на Английской набережной в городе Санкт-Петербург. Через несколько минут дворец бракосочетания откроет запись на июнь, на первый летний месяц. И за нами стоит много машин. В этих машинах греются молодожены. Как только они подойдут ближе к дворцу, мы подойдем, возьмем у них интервью, узнаем, как настроение и какие даты они выбрали. Погнали! Друзья, мы сейчас подойдем к молодоженам, которые находятся в очереди, ждут, ожидают, настраиваются. Екатерина, вы хотите подать заявление на июнь, правильно понимаю? Да, верно. Хорошо, а почему выбрали именно этот месяц? Да, почему ты выбрала этот месяц? Ну, потому что он самый такой, не жаркий, не холодный. Скажите, Винни-Пух это свинья или кабан? Кабан. Веселуха, Антон. Петренко, Денис. Масло. Рыжок. Только что была перекличка. Скажите, какая у вас цифра, какой порядок? 4. 34, да? Хорошо, какую дату выбираете? 4. 4, предполагаю, июня. Ну да. Хорошо. Скажите, а как давно вы здесь находитесь в очереди? С 8 утра, получается. То есть с 8 утра и 34. Что больше сегодня нравится в нем? Ну, зал, наверное, где именно регистрация проходит. Красивый. Не, ну он считается самый главный, да, у нас в Петербурге. И самый красивый, поэтому его. Как согреваетесь? Мы любовью согреваемся. Хорошо, скажите честно, есть у вас термос? С чаем? Нет, ничего такого не брали, мы только недавно приехали. Мышь считала дырки в сыре. 3 + 2 равно? У меня проблемы с математикой. Да, познакомились в очереди. Здесь тех, кто выбирает понедельники, вторники, не собираются, верно ведь? Собираются, но позже приезжают. Наверное, ближе к 10. А скажите, а вы какая в списке? 7. Ночевали здесь. С 9 вечера. Ну, сейчас почти 9 утра. Да. 12 часов. Да, и 13. Как вы... 13 даже? Я понял. Вы в машине грелись или гуляли? В машине. Вы самый первый в списке, получается? Да, все верно. И вы непосредственно ведете запись тех молодоженов, которые пришли подавать заявление на июнь? Все верно, на июнь месяц. Сейчас чуть больше 9 часов. Сколько уже молодоженов у вас в списке? На данный момент 48. 48 пар. Да. То есть сейчас мы здесь наблюдаем буквально пар 15, остальные, видимо, греются в машине? Ну, или внутри, вроде пускают в ЗАГС, поэтому... туалет, погреться пускают ребята. За что спасибо им. С 5 вечера? С 17:00. То есть практически уже можно сказать, что уже сутки здесь находитесь? Да. Хорошо, и как вы ночевали в машине, гуляли или грелись как-то? Не ночевали. Не ночевали? Не ночевали, вели активный образ жизни. Скажите, как у вас настроение? Сонное. Как согревались? Ходили по кафешкам, которые работают 24 часа. Мы не знали, просто какая очередь будет. Мы исследовали самые разные заведения Питера, от кальянных и баров до фастфуд-ресторанов. То есть, по сути, у вас можно брать уже экскурсы, как посещать, какие места, где бывать молодожены, которые ожидают. Я бы посоветовала взять хостел, просто на всю ночь и приходить каждые 2 часа сюда отмечаться. Мне кажется, лучший вариант. Ну или в машине спать. А какая дата у вас? 20-е. 20-е. И время, подскажите, мы статистику ведем? А уж какая будет, но ориентир на обеденное время. На обеденное время? 12:00? Нет, обед у меня в 2. Какие вы в списке? 45-е. 45-е. И вас это не устраивает? Нет, но есть же еще госуслуги, и параллельно будем на госуслугах. Большинство пытаются записаться на 22 июня, поэтому 20 июня будний день будет для нас свободен. Но из тех пар, кого мы спрашивали, только одна пара пока не сказала, какую дату они выбирают. И никто из них 22 не называл. Черт. 18 число. И какое время для вас самое будет приемлемое? Вот так мы статистику подводим. Послеобеденное. А если бы был -20, вы бы выбрали другой месяц или все-таки все равно стояли бы на июне? Стояли бы. Мы уже все забронировали, у нас нет выбора. То есть у вас все готово, только осталось подать заявление? Ну да, почти так. То есть вы решили пойти наоборот, с другой стороны? Да. Хорошо. И подскажите, какое время было бы оптимально для вас? 3 часа. Почему мы выбрали этот дворец? Потому что Дима из Санкт-Петербурга и его бабушка с дедушкой здесь женились, и родители тоже. И мы решили продолжить семейную традицию. Вот. Поэтому семейная традиция – это здорово. Желаю вам, чтобы у вас все получилось. Спасибо большое. Там главное пожениться. То есть, получается, вы пришли посмотреть на эту очередь, и вполне себе возможно, что… Попытать счастья. Если получится, значит получится. Если нет, много других дворцов, где мы можем пожениться. Поэтому... На самом деле, все у вас получится. Я больше чем убежден. Выбирайте вы май, либо июнь. Это не столь существенно. Главное, что вы находитесь здесь и с хорошим настроением. Спасибо. Спасибо. Та пара, которая ближе всего находится к двери, мечтает о дате. Повторите. 23 июня. Верите ли вы, что лучше всего помогает согреваться не чай горячий в термосе, а обнимашки? Само собой. Сколько приехали? В Полдевятого. Полдевятого утра или вечера? Вечера, вечера. И мы были пятые уже. А лично по моим ощущениям сейчас стало немножко теплее. Возможно того, что стало светлее, возможно того, что вы стали в очередь и стали греться как пингвины. Все возможно. Хорошо. Какую планируете дату выбрать? 9 июля. 9 июня? Да. Хорошо. И время какое планируете? 3 часа. Ну, идеально. Как давно ждете? 6 утра. 6. Хорошо. И как вы это время согревались? Да в машине. Поели, погуляли. Все. Посмотрели ТикТок. Поели, погуляли, посмотрели ТикТок. Это три кита, на которых держится, в принципе, ожидание. Спать, но у нас не получилось. Мы находимся сейчас около дворца бракосочетания номер 1. За моей спиной большая очередь. Это люди, которые планируют подать заявление на первый летний месяц. И, как мы понимаем, они уже улыбаются, они довольны, они в предвкушении того, что окажутся в кабинете, где будут они выбирать и дату, и время. И мы надеемся, что каждая из пар, которая здесь находится, они смогут именно тот вариант для себя подобрать, который они планировали, когда они мечтали о своем дне. Можно посмотреть, какая большая очередь за моей спиной. Прошу, окину взглядом. Какую дату выбираете? Я думаю, мы выбираем ту дату, которая останется после того, как эти 60 пар зайдут в ЗАГС. Важен день недели, желательно пятница, суббота или воскресенье. Потому что в остальные дни жениться не кайф. Это самая-самая первая пара, которая вышла из дворца. И вы подали заявление, наконец-то. Все остальные стоят, ждут, когда они получат это заветное приглашение. А вы получили. Какая дата у вас? 11 июня. И время? Хотели 13:40, не получилось. Время получилось на час раньше, 12:40. Но, в принципе, главное, что дата та. Да, и ничего менять не нужно, приглашение не нужно менять. И все гости будут, естественно, рады на 1 час больше гулять, если начинать на час раньше, правильно? Да, все верно. Праздник продлится на час, поэтому все хорошо.